Всем привет! Вы на канале Деревенские будни. В общем, сейчас у нас будет небольшое путешествие с козой. Мы везем козу в Березники, козлу на покрытие, ну, которому в прошлый год возили. В прошлый год мы возили к нубийскому козлу. Он чистопородный нубийский козел, хороший такой племенной производитель. И сегодня мы с него ее туда повезем, потому что у нее уже второй день она в охоте. И вот как мы ее возим, эту козу. В общем, в Жигулях, в багажнике. Вот так вот мы ее возим. В общем, все инструменты я отсюда убираю. В салон на заднее сиденье, там ноги да куда-то положил. И вот такой вот коврик. Ну, он такой из ПВХ специальный. Потому что без него никак. И чтобы, если, допустим, коза здесь мочиться будет, допустим, там навалит, то тряпка, она как бы впитает мочу, чтобы вообще она в сырости-то не валялась, потому что ехать далеко, 60 километров туда, потом 60 обратно. И вот так вот мы возим мелких домашних животных, а именно вот МРС, малый рогатый скот. Ну, овец можно возить, одна коза сюда, 2-3 козленка влезет смело. Ну, вот сейчас мы будем ее грузить. Как мы ее грузим, сейчас вы увидите. Коза-то вся изнемогает уже. Козлу так и просится. Чё? Айда, айда, айда. Поехали в путешествие. Вся исхудала с голоду-то. Ну что, легче вести будет. В прошлый раз-то мы возили, она плотненькая такая была. Бери так, чтобы ее... Впереди больше или сзади? А, не знаю. Где легче? Ну, бери сидит впереди за ноги. Голову. Я даже... за ноги беремся. Все, Мила сидит в багажнике. Сейчас она ляжет, пока мы ее везем, она ляжет. Сейчас пока у нее стресс. Это...
Думаю, она там все равно, если обоссится. Ой, она сейчас вся. Вся чумаза будет, и голыми-то руками потом плохо ее брать. Менять будет еще. В общем, мы поехали. Коза в шоке. Сидит в багажнике. В общем, все, приехали мы, привезли козу. Вот так вот мы возим малых рогатых животных и нерогатых тоже. В общем, все загрузили. Сейчас отправили ее обратно. В общем, через 18 дней посмотрим. Если она снова в охоту войдет, значит, она не покрылась. Ну, а если не войдет, значит, она покрылась. И будем ждать потомства через 5 месяцев. Все, всем пока, пишите письма.